Все, включил. Синий ведьмак, ё-моё. Если у него супер-пупер руки, которые все это компенсируют, тогда ладно. Да я думаю, ну кажется. Че посмотрим. Это он кормить Яму будет, поэтому вообще без разницы, какой он, мне кажется. Да, иду. Ты не понимаешь, если в замесе его быстро будут убивать, то что от него толку? Ну так-то да. Кролик. И чё он стоит, смотри? Завис, что ли? Может, тут фарт, и он меня видит? А, он хилку ждал. Сворал. Двух крипов своровал, главных. Мелких не вышло. Интересно, сильно он злится. Что-то вернулся. Странный какой-то. Прикольно, я могу вот так крипов убивать и не получать дамаг даже, если к лучнику не подходить. Я знаю, где. Офигеть. Ну, погоди. Ну, я, получается, украл качу у ведьмы, да? Ну, зато она продавит это к башне. Да, я его так продавил уже. Кому он сказал, подходи-то? Не пойму, я что-то. Пойду еще клыка маленько поищу. Можешь даже Аму забрать, она слишком наглая. Сейчас клыка гляну по-быстрому. Она дико наглеет просто. Ну, сейчас, сейчас. Он, походу, тут внизу. Может, раненый даже? Нет. Не, она мне сейчас забирать будет. Ты пашься. У меня банка есть, она сейчас на меня прыгнет. Не, ну ты сейчас купи банку, ты заранее пей. Пей банку. Нет, у меня есть, есть. Пей не банку. Банка, у меня это хер. И у меня есть толпа, толчок. Ты, эй, ты рано начал. Ладно, хер с ним, давай так. Прости. Что-то я не рассчитал силу. Я думал, я ее просто так подамажу, а она раз и сдохла. Как угодно. Я не о банке говорил, я имел в виду то, что я взял этот скилл. В смысле, фонарь, что ли? Нет, я имел в виду этот, блядь, дыхание жизни. А, какая же это банка? Ну-ну-ну-ну, поэтому я тебе пытался объяснить, но он не мог слов подобрать. Сказал бы хилялку или я не знаю. Бедный клык. Вот он, наверное, сейчас офигел. Я еще и украл большого моба на голде.
И он тоже взял эту твою, типа банку. А то что-то хп проседает. У нас лук пропускает на меду крипов, прикались. Ну он типа фармер. Какой же он фармер, если в лесу меньше дают прайма? Че, они недовольны тем, что я два раза уже кого-то убил? Блин, как его уговорить на ганг сходить, а? На лук давай, наверное. Понятно. 7 секунд. Ну, пока мы придем еще. Ты готовься потихоньку там. Угу. Что-то лук пошел сюда, походу. Чуть-чуть он тут. Как угодно. Что-то пошел, потом передумал. Мне кажется, вы на варду напоролись там сверху. Сейчас мы это узнаем, когда придут толпой. Нет. По-моему, нет. Блин, вот он сейчас засветится. Нет. Все, мы засветились, по-моему. Куда, да. Куда он? Чё ж ты делаешь? Что делаешь? Это просто эпик чушь. Вот что я просто постою, может, толкну её к тебе. У тебя есть ульта-то? А, тут вард, кстати, видал, да? Нет. Ты видал вард сейчас где? Нет, не видел, но уверен, что он тут есть. Это не вышло. Пардоньте. Вот он исчез сейчас. У меня, кстати, есть ульта. Давай вот так вот сейчас вот прям ультанем. У меня нету просто ульта сейчас. Подожди секунду, сейчас будет. Блин, тогда крипов убей, иначе после этого крипов. Барика. Угу. Все. Все, начинаем? Угу, да. Блять, успела. Лол. Один не долетел просто. Угу. Веер. Не видно. Давай так убьем. Убьет ее твои эти? Да, да, да. А, он банку юзал, нет. Ладно, возвращаемся. Сука, он стпшился. Блин, мог бы ТП ему сбить. Прям невезуха какая-то. Пацан под банкой, под хилкой и все равно ТП-шился. Не знаю, у него бы фул ХП и так было. Нормально. 40 секунд и ульта откатится, еще раз попробуем. Жаль только, что я теперь проседаю. О чем он думает? Я все равно могу исчезнуть. Не понимаю, клыка. Время только потерял. Сюрприз, как угодно. Я крипов у него стилю и стилю. Четырнадцать секунд. Следующий парик будет лучше, да. Вообще ништяк. Там можно уже забирать. О, голд. Блин, как бы голд бы своровать. Я могу типа скрыть и... Всё. Чё, типа идти на ган? О, он уже забирает голд. Блять. Не получилось у него украсть большого крипа. Блять, я он выжил. Надо было мне подождать, когда он будет ранен, потом уже убить его. Я думал, что у меня ульта убьет. Он, короче, кинул звезды, все остались с одним хп. Я думаю, сейчас ультой всех заберу. А хер там, она полетела не во всех. На мобас, короче. 50 секунд теперь ждать. В принципе, мне не нужна ульта твоя, мне нужно только, чтобы ты его подбросил ко мне. Да.
Ну ладно, давай тогда попробуем. Я просто тут открою маленько. У меня мана маловато, но сейчас. Ты дай только выйти-то маленько. Да, я его сколько-то не убью просто. По идее 27-25 секунд осталось, я думаю, только ты. Лук на миду пропускает крипов по-прежнему. 15 секунд, 16, 15. Давай подождем, да? Давай, выкидывай его. Да нет, подожди. Зря. Ты полечись. Давай сейчас, хочешь? Выкидывай. Да он, видишь, он видит меня, тут башня слишком далеко показывает меня. Вот здесь он меня уже видит. Вот ульта откатилась сейчас, блин. Ладно, давай сейчас со следующей волной попробуем. Только крипов постарайся убить. Я его сразу ультану сейчас. Сразу? Блин, ну... Сейчас. Я знаю, где. На, вот так вот. Я тебя скрою. Не надо, его и так убью. Не убьешь ты его, ты чё? Убью. Ты куда? Не лезь. О боже, что творится? А, он 11-го. Он просел в лесу. Я ему качал. Он не просел в лесу, я ему яду психопозбил, он с фу пришел. Нет, ты не понял, он 11-го, он в лес приходит, а потом назад уходит. Он на хил ходит, понимаешь? Я понял, да. Он не качается, он ходит на хил всю игру. Видняшка. Стримло. Ну тебе, кажется, предлагает. Или Луку? Не, я думаю. Наверное, скорее всего, Луку, да. Смотри, опять он тут. Ко мне идут, смотри. Интересно, засветится они или нет. Надеюсь, это... Убегает он что-то. Сука, он почувствовал как-то. Тут, наверное, глиф. Или что-то типа того. Как угодно. Воу-воу-воу. Да, она к вам пошла. Да тут все вообще-то. Блять, полезла наша ама, смотри, сейчас сдохну. Я этого спас. Сюрприз. Хуёво. Ну, теперь хилка ультанула, блять, плохо. Иду. Ну давай же, да, блин, хилка отхилит. Он видит, где я, посмотри, это волхак. Конечно видит. Ты ж, он на РЗ видит тебя всегда. Да? А, вот как он понял, что мы тут. Сука, осталось прям. Блять, осталось прям. Пусть обещает то, что сейчас было. Там ему оставалось просто миллиметр. Я думал, он видит только если пол хп у тебя осталось. Ну, пол хп, да. Так у меня не пол хп было, и у Лока. Да? Как он увидит? Ну, значит, вор на голде. Нет, у них волхак по-любому. Потому что везде они видят, понимаешь, везде это слишком. Ну, погоди. Лук. Сюрприз. Я опять украл крипа. Интересно. Что там они, какая вообще у них? С хилкой они там. Иду. Че, может кого-нибудь? Хилка, наверное, без ульты. Да, они из под башни не могут выйти. Так, я ТП-шность туда, где у нас замес, может, что сделаю. Ну, опять уходит. Нага даже не смогла ни контролить, ничего.
Иду. Ну, погоди. А у нее же микрос там, ёптать. Все само. Блин, чё он не стал добивать-то? Ну ладно. Раненую гору он не стал добивать, а в толпу на пятерых бросился. Вот молодец. Вообще ништяк. Так, у меня есть корни. Чё, мне тут опять свиток? Блин, походу у нас вся надежда только на мощь. Да, от Наги. Потому что рук у нее не очень. Да, иду. Блин, у меня маны нет. Так, ну ульта в откате, хватит только вот на нее маны. Если ты кого-нибудь резко законтролишь, я его могу резко убить. Чем? Смотри, они все внизу. Вообще-то понятно. Убей крипов, я заберу просто прайм 30% сверху. А, сейчас. Пока они там вчетвером в одном месте проседают, мы тут качаемся маленько. Но походу надо все-таки туда переться. Только откатилось топор. Ну хорошо, хоть нет у нее глаза. А вот теперь есть. Ай-яй-яй. Так. Ну, я вроде неплохо ультанул. Что там у тебя? Проблемы, да? Ну, большие. Я ТП-шусь, очень но... Очень большие. Я ТП-шусь изо всех сил. Как угодно. Не бойтесь. Но скрывать тебя бесполезно, так что... Ускоряйся. Без фунтов. Не видал, как я гору снес? Нормально, да. Жаль, только не до конца. Считай, что ты был приманкой, короче. Да я объясню, что тебе попал хп. Миллиард. Жаль тебя. Я подающий надежды. Нормально, три фиола. Золотая руна. Три ноль, нормально.